Как же выглядит зеленый забор? Выглядит он вот так вот прекрасно, как вы можете видеть на вот этих стендах. И я бы хотел бы остановиться на технических характеристиках, для того, чтобы пролить свет, из чего же он сделан. И могу сказать одно, что мы твердо уверены в качестве материалов, из которых изготовлен зеленый забор. Мы за этим очень внимательно следим, и на производстве используются самые лучшие и безопасные экологически чистые материалы. Кстати, у нас есть все сертификаты, как украинские, так и европейские. Производится зеленый забор из двойной проволоки. Вот вы можете видеть, это стальная двойная проволока диаметром 1,6 мм с оцинкованием, при том, что оцинковка 3 микрона. То есть это позволит очень долго стоять и не поддаваться коррозии. Кроме того, каждая из проволок обернута ПВХ-покрытием, первичным ПВХ, который не сделан из вторичных бутылок, а это первичное ПВХ, которое без запаха, которое прекрасно держит ультрафиолетовое излучение. То есть мы имеем вот такую вот одну проволоку, из которой дальше по типу сетки рабица вяжется наш зеленый забор. Что интересно, можете увидеть, что здесь зеленый забор хорошо гнется в любую сторону. То есть мы можем огибать любые углы, мы можем придавать ту форму, которая удобна вам. Здесь мы видим на этом стенде стандартную высоту одного из рулона. Это высота 1,20 м. Причем, что набор рулонов мы можем делать любой. Мы можем делать высоту, соответственно, 2,40, 3,60 и так далее. Дальше вот здесь это 1,50 м. То есть это забор, который позволяет вам общаться и видеться с соседями, но тем не менее при желании закрываться. Дальше вы видите 2 метра, 2,40, 3 метра. И, безусловно, можно делать выше и выше. Все зависит только от вашей фантазии и финансовых возможностей. Итак, вот такая прекрасная проволока, которая легко сгибается и достаточно удобно вяжется. Наша продукция, она продается в рулонах. Каждый из рулонов имеет длину 10 метров и различную высоту от метра до двух. Мы можем делать набор рулонов вверх, как вам угодно. Высота может быть забора 2, 2,20, 2,40, 3, 3,50, 4. Фантазия, скажем, может остановить вас только на 10 или 12 метрах. Хотя, кто знает, я хочу сейчас сделать акцент на монтаж зеленого забора. И почему зеленый забор, который вы можете приобрести в нашей компании, будет стоить под ключ ровно столько же, как забор из профнастила. Смотрите, что мы используем? Мы используем трубу 50 на 25, что значительно дешевле стоит, чем обыкновенная труба, которая устанавливается на профнастил. На профнастил устанавливается труба 60 на 40, у нас 50 на 25. Это макет секции зеленого забора. То есть идет труба 50 на 25, идет перемычка. И вот так вот прекрасно рулон растягивается и вытягивается полностью в длину. То есть так вот идет длина, и высота идет такая, как вам удобно. Компания «Зеленый забор» не только производит и монтирует декоративные ограждения, фасады, интерьеры, она приглашает к сотрудничеству именно вас, для того, чтобы вы стали партнерами, и мы бы вместе сделали бы Украину намного красивее. Посмотрите, как легко, как красиво выглядит наш материал. Этим материалом можно подчеркнуть ваш прекрасный вкус. Этим материалом можно закрыть вас, ваших детей, ваши семьи от недоброжелательных взглядов. Этим материалом можно сделать чуть-чуть прекраснее серые будни и смотреть на них в феврале, и смотреть и думать, что все будет у нас хорошо. Дорогие партнеры, мы приглашаем именно вас, да-да-да, именно вас, чтобы вы вместе с нами продавали по всей Украине эту прекрасную продукцию. Ну а монтировать ее может любой мужчина с руками. И в этом мы поможем вам, потому что у нас есть шеф-монтаж, у нас есть прекрасные видеоролики, которые пошагово
рассказывают, как с нуля построить вот такой вот прекрасный зеленый забор. Поэтому не стесняйтесь, звоните, мы ответим на все вопросы, мы поможем вам. Давайте продавать вместе, присоединяйтесь.